Уже не раз жители 12-го микрорайона жаловались координатору деятельности органа ТОС Наталье Ключниковой на стихийную торговлю на Чехова. Люди возмущены вот тем, что у нас вот там на 100-метровке, будем так в народе называют это место, значит, там стоят, торгуют. То есть можно сказать, что это как несанкционированная торговля. То есть там две женщины есть, которые умудряются торговать продукцией закаткой. Они торгуют, как говорится, с земли, эти оккупировали эту территорию. Там в таком очень неприглядном состоянии это все находится. Вопрос обсудили на встрече с первым заместителем главы курорта Светланой Яровой. В нашем городе есть рынки. В районе 6-й школы работает выездная ярмарка «Привоз». Зачем захламлять непредназначенные для торговли места? Тем более, что стоят там перекупщики. Товар раскладывают практически на земле и наценки делают неоправданные. Людмила Терещенко, заместитель главы Анапы, курирующая вопросы торговли. По следам обращения общественников побывала с проверкой на Чехова. Несоблюдение санитарных норм, нарушение политики ценообразования и неподобающий вид прилавков – полный комплект нарушений. Мы составляем протоколы, также выносим вопросы на комиссию, демонтируем эти объекты, предлагаем им другие места для реализации этой продукции. В общем, такими совместными усилиями пытаемся навести порядок. Альтернатива стихийной торговли есть. На привозах, где места производителям предоставляют бесплатно, и на рынках Анапы, где для пенсионеров также есть социальные ряды. Необходимо оформить документы на товар и найти законное место для реализации своей продукции.